відкрита трибуна. Як ви вважаєте, яка основна причина аварії на дорогах у Кривому Розі? Потому что у нас плохие дороги в городе, потому что водители у нас такие, не останавливаются на знаки дорожного движения, превышают скорость. Потому что мало предупредительных знаков, и пешеходов очень мало разрисовано. Вот на Восточном у нас очень часто на Гутовского на станции случаются аварии. Это очень больное место, поэтому и ступеньки даже там, которые поднимаются на третий Восточный, они ужасные. Они очень в плохом состоянии. Вот желательно бы их как-то подремонтировать и сделать. Ну, лично я считаю, что государство и так уже сделало много чего для того, чтобы предотвратить аварии на дорогах. Поэтому здесь уже все зависит от людей. Люди сами не осознают и не ценят свою жизнь. Именно поэтому они так не дорожат ней. Поэтому так много аварий. Я считаю, что аварии случаются почему? Во-первых, это, возможно, нетрезвые водители, а качество дорог у нас, конечно, не ахти. Хоть в последнее время они немного стали лучше, но хочется, чтобы они были качества европейского. Потому что дают права просто так, и мне кажется, то, что дороги очень плохие. Я считаю, аварии на дорогах случаются по невнимательности людей, которые не ходят на перекрестках, которые размечены, и по вине водителей, которые злоупотребляют этим делом, особенно в понедельник, после праздников и выходных, на дорогах очень много аварий. Ну, прежде всего, это глупость, глупости водителей и пешеходов, которые переходят в неположенных местах. Ну и также наши дороги. Они должны быть получше, конечно. Відкрита трибуна.